Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Если меня слышно хорошо, дайте, пожалуйста, мне знать в виде своих плюсиков в нашем чате. Вот у нас с вами сегодня вебинар, который относится к теме партнерской программы, то есть это разговор о том, как можно зарабатывать деньги при сотрудничестве с компанией Skyway Capital. Вот. Интересно ли об этом знать вообще? Потому что я знаю, что огромное количество людей хотели бы иметь больше денег. Ну, скажем так, большая часть из них не хочет ничего предпринимать для того, чтобы эти деньги у них были. Вот. Они продолжают делать то, что они делают каждый день, и тем не менее, скажем так, ничего в их жизни не происходит. Они продолжают оставаться на уровне, ну, наверное, мечтателей. Ничего плохого в этом нет. Да, когда человек мечтает, плохо, когда он, скажем так, просто мечтает и все. То есть мечты становятся иллюзиями, да, не целями, как мы говорим. Так вот, у нас есть возможность, прекрасная, отличная возможность, да, чтобы ваши мечты все-таки реализовались при этой жизни. Да? Не там, где вам обещают, допустим, по окончании земного пребывания, что у вас все будет. Вот. А именно здесь, на этой планете. Партнерская программа, в принципе, на сегодняшний день, наверное, это тот двигатель, который позволил вообще реализоваться на сегодняшний день проекту группы компании Skyway. Я, конечно, не беру, особняком стоит сама технология, сам Анатолий Эдуардович Юницкий, в голове которого родилась эта идея. Да? Идея создания технологии, идея, скажем так, транспорта второго уровня, общественных технологий в целом. Но просто платформа краудинвестинга, на базе которой начался приток инвестиций в реализацию технологий в 2014 году, да, как раз-таки партнерская программа позволила сделать, наверное, это очень эффективно, потому что, как правило, в наш проект приходили люди по рекомендации тех, кто разобрался в проекте и принял участие. И сегодняшние, скажем так, инвестиции, которые идут в наш проект с территории стран Европы, они тоже пришли благодаря тому, что у нас в компании есть партнерская программа, что появились люди, которые прониклись идеей, которые увидели перспективность развития технологий, ну и которые обратили внимание на то, что уже сегодня, не дожидаясь выхода группы компании Skyway с пакетами долей компании, которую вы сегодня приобретаете, да, можно зарабатывать деньги. Потому что люди, скажем так, которые развивают сейчас бизнес на территории стран Западной Европы, Центральной Европы, в принципе, они давно знакомы с партнерскими программами. Вот, они знают, как управлять структурами, они знают, что из себя представляет маркетинг-план. А маркетинг-план нашей компании действительно он достаточно прост. Я не буду сейчас сравнивать его ни с чем, не говорить, что он там самый золотой, самый лучший, самый денежный, потому что, скажем так, со мной сразу же могут начать спорить люди, работающие в других каких-то компаниях. Да? Вот, компании, у которых есть партнерские программы, на сегодня насчитывается более 5000 по всему миру. Вот, каждая из этих компаний, каждый из этого маркетинг-план, который у них имеется, да, по-своему уникален. Вот, есть, скажем так, маркетинг-планы нацелены на продажу, но, как показывает практика, большинство людей, более 95%, не любят продавать ничего. Но, как показывает опять же та же практика, большинство из этих людей легко рекомендуют то, что им нравится. Не навязываясь, не доказывая кому-то что-то, да, а просто, например, единожды воспользовавшись чем-то, что вам принесло, скажем так, пользу, удовольствие, какую-то выгоду, да, вы об этом, не задумываясь, рассказываете своему окружению, кто-то даже, скажем так, вы на этом не заостряли внимание, пользуются теми же возможностями, которыми воспользовались вы, и при этом точно так же получает какие-то выгоды, может быть, даже зарабатывает деньги. А вы на это просто не обращаете внимания. У нас же за это платятся деньги. То есть, если вы делитесь целенаправленной информацией о развитии проекта группы компании Skyway, о технологии Юницкого, о возможности стать инвестором, да, что сейчас становится очень модным, потому что все больше и больше рекламы в интернете, по телевизору, предлагают вкладывать деньги, скажем так, в рынок Форекс, да, то есть колебания курсов валют, и не только. Вот. Недвижимость и много чего еще. Сегодня предлагается людям, куда можно, скажем так, вложить свои финансы. Триллионы рублей, если говорить о Российской Федерации, например, там многие миллиарды лежат в чулках под подушками, в матрасах у людей. Даже не в банках. Да? То есть, если эти деньги направить на развитие экономики, вы знаете, экономика может встать на ноги. А если мы возьмем весь мир, то огромное количество денег лежат в кубышках. Вот, и эти деньги можно использовать во благо. При этом не надо, скажем так, все деньги из своей подушки вырезать из матраса и вкладывать в какой-то отдельно взятый проект. Но даже если часть из них будет реализована в любом направлении, которое может изменить жизнь человечества в лучшую сторону, это будет хорошо. Одно из направлений – это наш бизнес. Это бизнес компании Skyway Capital. Это партнерская программа, которая у нас есть, да, замечательная партнерская программа, позволяющая получать вознаграждение до 24 уровня глубины. То есть, если вы строите партнерскую структуру, она у вас может развиваться не только на территории города, либо, скажем так, населенного пункта, где вы проживаете, вашего региона,
Это может идти в масштабе страны и даже целого ряда стран. Что, в принципе, сегодня мы видим, что и происходит. Вот. Важный еще момент, на который следует обратить внимание. Если вы сотрудничаете с нашей компанией по партнерской программе, то у вас не отнимут ничего то, что вы заработали. Ну, правда, лишнего тоже платить никто не будет. В принципе, в MLM-бизнесе, да, в партнерских программах реализован, наверное, самый главный принцип социализма. Я не говорю сейчас про коммунизм. От каждого по способностям, каждого по труду. Мало того, здесь в процессе, скажем так, ведения данного бизнеса можно обучаться. Если вы здесь можете, скажем так, делать какие-то шаги, совершать ошибки, вас за это не бьют по рукам, у вас не уменьшают какое-то вознаграждение, просто вы понимаете, что в следующий раз нужно будет сделать немножко по-другому. Вот. И важно это делать вместе с кем-то. Да? То есть, если у вас есть наставник в вашем городе, который вас зарегистрировал, лучше, что он может сделать для вас, научить всему тому, что он умеет сам. Вот. Либо его наставник, если он недавно начал заниматься этим бизнесом. Лучше, что вы можете сделать сами, это научиться всему тому, о чем вам будут говорить. Здесь нет каких-то сложных действий. Здесь нужно научиться даже одним пальцем тыкать в кнопки на компьютере. Да? Вот. Научиться работать с платежными системами, если говорить об инвестициях. Научиться, скажем так, нажимать несколько кнопок комбинации для того, чтобы копировать реферальные ссылки, давать своему окружению, приглашать людей на презентации вот на такое, скажем так, мероприятие, как и маркетинг-план, который проходит у нас сегодня, да, и помогать этим людям делать то же самое, что, в принципе, делаете вы. Суть этого бизнеса, она заключается, как вот ритм вальса, да, вы знаете, три четверти есть, то есть, когда ты помню, урок в сольфеджи, раз, два, три. Первое, учитесь сами, второе, помогайте научиться тем людям, которых вы приглашаете, и вместе с ними обучаете следующих людей. Вот если будете следовать данному принципу, соответственно, у вас будет развиваться структура, она может развиваться медленнее, может развиваться быстрее, но развитие будет, если вы будете делать. Как говорит Рэнди Гейдж, ну, наверное, один из наиболее ярких, скажем так, лидеров MLM бизнеса, который описал этот бизнес без прикрас, да, где он сказал, что в своих книжках и на своих тренингах он говорит, что MLM бизнес ничем не лучше и не хуже любого другого бизнеса, который есть в нашем с вами окружении. Да? Вот. В нем самое ценное, что может быть, это люди, которые следуют за вами. Да? Ну и, как правило, большинство, скажем так, неудач в бизнесе, который называется MLM, связано тоже с людьми. И в первую очередь, что нужно делать здесь, да, это быть честным, быть открытым, ничего не придумывать, ничего сверху не довешивать, потому что вот технология, она такая, какая есть. Добавлять ей чего-то невероятного не нужно. Сроки, по которым мы двигаемся, они такие, какие есть. Следите за информацией в новостях, вот, и следуйте этим, скажем так, рекомендациям, и следуйте этой информации, ничего не придумывайте сами. Вот, говорите людям то, что доносится из официальных источников информации нашей компании. Соответственно, вам потом не придется краснеть, вам потом не придется, скажем так, отводить глаза в сторону и так далее, если вы будете это делать честно. Вот. Не пытайтесь, скажем так, людей обобрать. А подходите к этому бизнесу с точки зрения, что вы даете людям возможность изменить их жизнь. И даже если они не согласятся, скажем так, на первом этапе приобрести что бы то ни было, да, у вас здесь, а у нас речь идет о долях компании, не надо на них обижаться, не надо, скажем так, о них забывать и прочее. Это люди из вашего окружения. Вы же до этого дня с ними жили каким-то образом, да, вы с ними общались. Поэтому этот бизнес, который есть в компании Skyway Capital, его можно назвать бизнесом, объединяющим людей, а не разъединяющим. Относитесь к людям, как к людям. Предоставьте им возможность быть такими, какие они есть. Дайте им информацию. Потом, скажем так, единственный человек, которого они могут обвинить, что они не приняли участие в проекте, будут они сами, правильно? Они подойдут к зеркалу и могут сказать все, что, скажем так, думают о том, кто в этом зеркале отразится. Могут даже его побить. Но вы свое дело сделаете. Ваша задача, по сути, это проинформировать свое окружение в социальных сетях, в обычной жизни, да, о том, что вы им предлагаете. Возможность стать инвестором, возможность помочь нам развить технологию, возможность зарабатывать деньги уже сегодня. Я назвал только три причины, но их здесь гораздо больше. Это возможность самореализации, это возможность построения бизнеса в разных регионах, это и путешествия, и много чего еще. Да, это сопричастность к крупному проекту, который меняет жизнь человечества. И вот те, кто внимательно следит за новостями, уже сегодня наверняка прочли в одном из средств массовой информации напечатали статью, в которой говорится, что экотехнопарк почти уже построен. То есть немножко поспешил корреспондент, но тем не менее он своими глазами видел, что происходит сегодня у нас в Беларуси, да, и по его мнению уже, скажем так, окончание строительства технопарка очень близко. Хотя мы знаем, что там еще нужно провести большой объем работ. В первую очередь, скажем так, это продление высокоскоростного участка на 15 километров, ну и, скажем, доведение дома до того, что уже проделано на сегодняшний день. Все мы с вами ждем демонстрации, которая у нас состоится в конце ноября месяца на территории экотехнопарка.
Ну и немаловажным событием, которое у нас будет в ближайшее время, станет форум «Транспорт России-2016», который пройдет в Москве, в Гостином дворе. Там будет выставляться и наша компания. Теперь же вернемся к маркетинг плану или к партнерской программе. То есть это средство, либо инструмент, который сегодня позволяет любому человеку, вам, кто приходит, кто сейчас находится на вебинаре, и тем, кто, возможно, до него не дошел, или тем, кто еще даже не знает о том, что мы такие есть, да, создать свой собственный бизнес до момента выхода группы компаний SkyWay на международные транспортные и инвестиционные рынки, создать источник дохода, который будет вам приносить, ну, скажем так, деньги, да, то есть деньги это, опять же, неплохо, не хорошо, то есть важно, на что вы их расходуете, потому что у денег нет, как вы слышали выражение, у денег нет запаха, да, там и так далее, есть своя притча по этому поводу, но тем не менее, деньги можно направлять как во благо для людей, так и во вред. Важно, чтобы вы были готовы к этим деньгам, которые на вас могут свалиться как из рога изобилия, но при условии, что вы здесь будете все-таки активно трудиться. Я вам предлагаю сейчас следующую схему движения по сегодняшнему вебинару. Да, у нас буквально недавно, там 7-10 дней назад, специалисты, которые умеют работать с видеоматериалами, записали видеоролик по маркетингу. Хотя перед этим у нас тоже был один из роликов, да, в котором рассказывалось о вознаграждениях, которые получают люди, сотрудничая с нами по нашей партнерской программе. Я вам предлагаю сейчас посмотреть этот новый ролик. Возможно, даже сейчас в комнате есть те, кто его не видел. Вот. И по окончании этого ролика просто-напросто задать вопросы, если такие у вас появятся, да? Ну, либо задать вопросы, которые касаются не только маркетинг-плана, возможно, у вас есть что-то, что вас сегодня сильно гложет. Вот. У нас сегодня два мероприятия, в которых я буду принимать участие. Это вебинар, который сейчас идет. 19 часов, вы знаете, сегодня будет еще вебинар в вебинарной комнате. А у нас в Москве в 19:30 в гостинице «Татьяна» состоится живая презентация, где мы будем знакомить людей с информацией о нашем проекте. И новички, и те, кто уже, скажем так, был в нашем проекте. Будет разыграна лотерея, как всегда. В общем, будут счастливчики, которые сегодня уйдут домой очень довольными и счастливыми. Да? Давайте я сейчас включу ролик все-таки, вы его посмотрите. И после ролика мы просто-напросто разберем какие-то отдельно взятые моменты, тонкости. Вот, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну и потом буду собираться уже на живую презентацию, которая у нас состоится уже через час 15. Итак, коллеги, включаю вам видеоролик по маркетинговому плане. И до скорых встреч. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно восьмому этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде. С 4 уровней. С 1 – 15%, со 2 – 4%, с 3 – 2%, с 4 – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 5 уровней. С 1 – 15%, со 2 – 5%, с 3 – 3%, с 4 – 2%, с 5 – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 6 уровней. С 1 – 15%, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 3%, с 5 – 2%, с 6 – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации.
объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С 9 уровней. С 1-го 15%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее, с учетом личных инвестиций, $10000. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С 1-го 16%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%, с 10-го по 20-й 0,2%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С 1-го 17%, со 2-го 7%, с 3-го 5%, с 4-го 4%, с 5-го 3%, с 6-го 1%, с 7-го по 9-й 0,5%, с 10-го по 20-й 0,2%, с 21-го по 24-й 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За 5-й пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10-го пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов. Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20-го пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично.
нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой ролик, который достаточно простой, по сути, передана вся информация, все тонкости маркетинга, может быть, за исключением парочки из них, вот, которые не прописаны были ни в предыдущей версии маркетинг-плана, ни в предыдущем ролике, да, речь идет о чем? О том, что на сегодняшний день существует, как я уже говорил, более 5000 партнерских программ в мире MLM-бизнеса, да, в целом ряде других направлений, и большинство из этих партнерских программ начисляют денежное вознаграждение своим партнерам, ну, фактически раз в месяц. То есть люди создают товарооборот в течение месяца, да, по окончании месяца подбивается итог, что было создано. В большинстве партнерских программ, кстати, прописано, что обязательно должна быть личная активность, если такого нет, то человек вообще ничего не получает. У нас же, вы знаете, всего этого нет. И, как я сказал, в большинстве партнерских программ начисление идет раз в месяц. У нас же, как только происходит движение товарооборота в вашей глубине, вам идет начисление на бонусный, на акционный счет, если вы достигли квалификации лидера выше. Да, вы знаете, что произошли изменения, и на акционный счет партнеры-консультанты, то есть две первые квалификации, две первые ступеньки карьеры, не получают на акционный счет никаких начислений. Ну, в принципе, это было сделано давно уже. Анатолий Эдуардович Юницкий говорил, что мы будем прекращать просто так раздаривать акции, и все идет к тому, что на нас все больше и больше начинают смотреть потенциально крупные инвесторы, да, соответственно, зачем разбрасываться тем, что может принести серьезные инвестиции, серьезные деньги. Поэтому, если вы помогаете нам развивать бизнес, да, если вы прилагаете активное участие к построению структуры и зарабатываете деньги в партнерской программе, соответственно, начиная с лидера, он там начинает начисляться от 15% и до 50% от топ-экспертов. Итак, первая отличительная особенность еще, да, которую я хотел сказать, то, что у нас маркетинг-план мгновенных выплат. Таких компаний, ну, может быть, около десятка, да, которые вот на слуху, которые известны. В основном это бинарные компании, вот, которые не так давно появились со своими универсальными бинарами, как они говорят. И второй важный момент, что квалификацию, если вы выполняете следующий уровень квалификации, то в течение дня вы получаете эту квалификацию, то есть переходите на следующую ступеньку карьеры, соответственно, у вас увеличивается процентное начисление в соответствии с маркетинг-планом. Это тоже очень важно, потому что, опять же, большинство компаний присылают квалификацию по окончанию отчетного периода, как правило, это месяц. Но есть еще и огромное количество компаний, которые присылают следующую квалификацию не по итогам одного месяца, а, например, по итогам двух месяцев, некоторые даже по итогам трех месяцев. Если вы делаете товарооборот не ниже определенного уровня на протяжении трех месяцев, соответственно, вы будете расти в квалификации. Если вы один раз делали товарооборот, даже превышающий эту квалификацию на следующую, да, а потом не подтверждаете его на протяжении второго либо третьего месяца, соответственно, вы какой квалификации были, такой и остаетесь. У нас всего этого нет. Это большой-большой плюс, я считаю. Вот. По большому счету, партнерская программа действительно проста, да. Действия, которые нужно предпринимать на сегодняшний день для того, чтобы здесь зарабатывать деньги, они тоже просты. Вы работаете с информацией, вы можете приглашать людей на вот такие мероприятия, которые проходят сейчас, на презентации в режиме онлайн. У нас есть мероприятия в онлайн-режиме на целом ряде европейских языков, да, то есть у вас могут быть люди, носители этого языка и проживающие в тех странах, в тех регионах, где говорят на этом языке. Соответственно, у вас прямая дорога, просто пригласить этих людей на данное мероприятие, где им на родном языке объяснят, что из себя представляет проект. После мероприятия вы с ними связываетесь, и эти люди могут стать вашими потенциальными партнерами, развивать бизнес в том регионе, а вы с того региона будете получать положенный вам процент. Вот. Далее, живые мероприятия, которые у нас проходят, да, по сути дела, каждый день, фактически, за исключением, может быть, воскресенья, да, не каждое воскресенье у нас проходит мероприятие, в целом ряде стран и регионов проходят живые презентации компании Skyway Capital. Сегодня у нас, как я говорил, такая будет в Москве, но параллельно сегодня еще в нескольких городах проходят подобные мероприятия. Вот. На них вы тоже можете пригласить людей, проживающих в регионах, где данная презентация проходит. Люди вживую получат информацию, да, увидят людей, которые эту информацию дают, зададут свои вопросы, которые у них могут быть. Получат на них ответы на эти вопросы, и, соответственно, высока вероятность, я не могу сказать, что стопроцентная, потому что вот я себя не считаю ни гипнотизером, ни специалистом, скажем так, по NLP, по уговариванию кого-то и так далее. Я просто делюсь информацией о том, что есть, да, я с удовольствием делюсь информацией о том, как развивается технология наша, как развивается наш проект,
о том, какие деньги вы можете зарабатывать. А люди, которые эту информацию слушают, у них всегда есть выбор. Да? То есть поверить в это, разобраться в этом, либо, скажем так, очередной раз свернуть свои уши трубочкой и пропустить очередную возможность зарабатывать деньги и получить серьезный источник дохода. Причем я не хочу их не обижать ничего, это их право. Да? Самое святое, что есть в нашей с вами жизни, у каждого из нас, это выбор, который мы делаем каждый день. Какой дорогой пойти на работу, каким транспортом добираться, вот, чего мы хотим в конце рабочего дня и так далее, и так далее. Где мы будем питаться? Вот. Будем мы есть шаурму, пойдем в какую-то столовую, либо поедим в кафе, либо принесем что-то с собой. Мы каждый раз принимаем решение и выбираем из чего. Возможность, которую сегодня дает компания Skyway Capital, это тоже выбор для каждого человека. Вот. Для кого-то этот выбор кажется хорошим, кому-то он не нравится. Да? Вот. Есть люди, которые относятся к миру MLM, это люди, которых надо уважать, которые когда-то взяли ответственность, скажем так, за свою жизнь в свои руки. Да? Они развивают какой-либо проект. Вот. Я знаю, что большинство компаний MLM бизнеса обучает своих партнеров успешным так называемой финансовой грамотности. Да? Это книги, это семинары, это, скажем так, целые конвенции у них проходят. Приглашают специалистов финансовой грамотности, чтобы он лидером этой компании прочитал и рассказал информацию о том, как можно инвестировать денежные средства, заработанные в проекте. Как правило, лидеры этих компаний зарабатывают приличные деньги. Вот. Но потом, когда это, скажем так, мероприятие проходит, они вроде вознаградили своих партнеров, да, не дай бог, если эти партнеры вложат куда-то деньги и будут еще развивать что-то параллельно тому, что было. Ну, неграмотно. Либо вы тогда вообще не проводите эти финансовые, скажем так, обучение финансовой грамотности, да, и говорите только о том, что вот только с нами, больше нигде. Вот. Я, кстати, не агитирую вас на то, что вы должны, скажем так, всех лидеров сетевого бизнеса к нам сюда притащить. Нет. Ну и, в принципе, большинство из них-то могут и не пойти. Потому что у каждого свои взгляды на жизнь, у каждого, скажем так, спланирована своя какая-то деятельность, развитие и так далее, и так далее. Хотя, если эти люди услышат вас все-таки, да, если у вас есть какой-то авторитет, ну, при взаимоотношении с этими людьми, они могут увидеть возможность стать инвестором. И, в принципе, это тоже хорошо. Да? Они могут, скажем так, часть своих денежных средств, которые заработали за месяц, например, а некоторые из них зарабатывают 5 тысяч долларов, 10 и более. Да? То есть часть, там, пятую, десятую, 3% от своего, скажем так, дохода взять и проинвестировать в наш проект, стать обладателем крупного пакета долей компании, это уже большой плюс как для технологий, так и для вас. Вот. То же самое у них появляется возможность в дальнейшем рекомендовать людям, не имеющим отношения к MLM бизнесу, ну, скажем так, с деньгами, как мы говорим, потому что, как правило, люди, имеющие деньги, ну, я не хочу сказать, что все 100%, да, потому что есть те, кто, ну, не то чтобы научились зарабатывать, к ним стали приходить серьезные деньги, они не научились ими распоряжаться. Вот, они их тратят направо-налево, на всякие безделушки и так далее, и, как правило, эти деньги могут уйти. Вот, но люди, которые зарабатывают деньги, разбираются действительно финансово, стали финансово грамотными и так далее, как правило, в их окружении такие же люди. То есть вы слышали выражение «подобное притягивает подобное». Соответственно, став сами инвесторами, продолжающие развивать свой сетевой проект, зарабатывая там большие деньги, они могут рекомендовать людям из обычного мира бизнеса данную возможность. Да, из того круга общения, который у них есть. Соответственно, здесь они что-то начинают зарабатывать по маркетинг-плану или просто-напросто дают людям возможность стать инвесторами в недалеком будущем в крупнейшей транспортной компании. Как мы об этом говорим и как об этом говорит Анатолий Дорчинский. Вот такие вот дела. Какие есть вопросы, коллеги, касаемо партнерской программы нашей компании? Есть таковые, имеются. Я постараюсь ответить. Я, опять же, не могу сказать, что я знаю все. Да? Все я имею в виду по жизни там, и так далее, и так далее. Что касается маркетинга, он, в принципе, несложный. На вопросы по маркетингу я постараюсь вам ответить. Судя по тому, что наш чат задергался, да, и запестрел большим количеством вопросов, их огромное количество. Ну, значит, вы все знаете, это уже хорошо. То есть, это уже радует и, в принципе, говорит о том, что вы способны строить большие партнерские структуры, зарабатывать деньги, да, и приносить пользу себе, своему окружению, ну и технологии, разработанные Анатолием Эдуардовичем Дорчинским. Завтра у нас вебинар состоится в 17:00 по Москве. Это будет презентация нашей компании. В четверг у нас тоже будет презентация. Вот. В пятницу партнерская программа будет днем. Может быть, у вас какие-то пожелания есть по ведению мероприятий. Буду рад, если вы сейчас их напишите в нашем чате. Вот.
Не стесняйтесь. В принципе, мы работаем в первую очередь для вас, да. Наша задача, скажем так, доносить информацию достоверно, которая есть. Не могу сказать по поводу семейной встречи, Светлана. Спасибо за то, что вам понравилось. А по поводу того, что люди не хотят вкладываться, ну поймите правильно, смотрите, во что бы мы сейчас не посмотрели, в какую сторону, точнее, мы с вами не посмотрели, что бы мы людям не приложили, они всегда будут сомневаться. Да? То есть люди, они привыкли к тому, что в их жизни происходит. То, что они знают. Вот, все новое пугает. Ну а касаемо вложения денежных средств, любую страну возьмите. Вот все говорят, что у нас особый город, у нас особая республика и так далее. Вот я не отношу себя там к каким-то гуру новым бизнесом и так далее, но просто хочу сказать, бывал в разных регионах в свое время, общался с разными людьми, хочу сказать, что как бы люди по своим действиям и стилю мышления одинаковы. В Германии, в Литве, да, разный менталитет может быть в отношении чего-то там и так далее, и так далее. Но касаемо, скажем так, инвестиций, большинство людей напуганы. Большинство людей не знают, да, надо ли им это делать или нет. У них куча сомнений. Они начинают искать советчиков вокруг. Ну, в принципе, легко их находят. Потому что советчики из их же среды, которые никогда не были инвесторами, да, которые также напуганы, вот, и так далее. Ну, я одно могу сказать, Сария, что кто-то не будет инвестировать никогда. Да? Кто-то даже будет сидеть внутри Юнибуса, не будет верить в то, что это Юнибус, то, что это запущенная технология, Skyway. Вот. Кто-то придет под конец, когда он просто, скажем так, сможет получить определенный уровень дохода, но не тот, который был сейчас, потому что до последнего сомневался, да? Ну, а задача ваша, как партнера, не надо никого уговаривать, да, не надо переживать за то, что люди вам не верят, но это их проблема, вы дали им информацию, вот. Главное, чтобы вы, наверное, не останавливались, я не говорю о том, что вам нужно идти уже, да, с деревянным лицом, хватать всех подряд за руки, кто проходит мимо вас, и пытаться им доказать перспективность использования транспорта Юницкого на территории, скажем так, ну, по крайней мере, того города, где вы живете, а потом, скажем, и объяснять им, что им нужно зарабатывать деньги. Вот. Они сами должны это понимать. Ваша задача предложить. Причем предложить, вы знаете что? Предложить даже не технологию порой. Предложить невозможность заработка. Предложить там не миллионы долларов, о которых, может быть, они не мечтают. Вокруг вас есть большое количество людей, у которых есть какие-то свои повседневные жизненные проблемы и вопросы. Если вы их хорошо знаете, общаетесь с этими людьми, скажем так, вы их уважаете, они уважают вас, вы можете им предложить решение какой-то их проблемы. И после предложения этой проблемы, решения этой проблемы, да, пригласить на какое-то мероприятие, пригласить наставника, который скажет, да, действительно, мы можем тебе помочь, если... И человеку дадут информацию о нашем проекте. Вот. Вот, в этом, вот так, в принципе, работает MLM бизнес. Только я, опять же, не в плане того, что вот вам показал путь заманухи какой-то, нет. Будьте честны, говорите о том, что есть. Но это механизм работы MLM бизнеса, это механизм работы партнерских программ, где, в принципе, даже не вы сами своему окружению должны это рассказывать. Вот. Такие вот дела. Поэтому главное не отчаиваться. Вот представьте, да, вот вам люди отказывают вкладывать деньги в технологию. Ну, наверное, здесь стоит вспомнить самого Юницкого, прочитать его историю, да, как этот полигон разрушили в 2009 году. Представляете, у него было детище, которое он продемонстрировал президенту страны, и через неделю не стало этого детища. И он не опустил руки, да, и он не сказал, что, вот, блин, президент меня не смог защитить. Вот. И министр там транспорта, который вроде даже и Минтранс давал заключение по технологии, тоже меня не защитили, разобрали мой полигон. Он продолжал двигаться. Упорно, ну, в принципе, наверное, не сидя, не сильно, скажем так, ездя по шее тем, которые, скажем так, не приложили никаких усилий в направлении развития его технологий. Вот и все. Кто-то поверил. Вот сейчас поверил Рок-Хук, например, да, который активно помогает развиваться нашим проектам на территории Австралии. Появляются новые люди. В Словакии тоже Франтишек Солар, да, благодаря которому вышли на Словацкий технический университет, где был заключен договор о взаимодействии. И таких людей становится все больше и больше. Поэтому если вы будете предлагать людям дальше, не навязываться, не доказывать, не звонить им через день, не уговаривать, да, по третьему кругу трех человек, которые за вами не пошли, а вы уже, например, там в течение полугода продолжаете их ходить доставать, из них заражения тошнить и уговаривать, чтобы они стали инвесторами в нашем проекте. Не надо этого делать.
Тем более сейчас, вы знаете, сейчас и доказывать-то никому ничего не нужно. По сути дела, проект развивается самостоятельно, да, большое количество инвесторов пришло, динамично, скажем так, развиваются структуры в Европе в первую очередь. Соответственно, приходит приток инвестиций, и осуществляется стройка во всех направлениях, и грузового SkyWay, и легкой трассы, и городской трассы. То есть сказали человеку, он вправе сказать да, либо нет. Но если вы человеку сказали, и он вам прямо сказал нет, вы знаете, это отличный ответ. Это самый плохой ответ, который может быть, он сказать, ты знаешь, интересно, да, я вот сейчас разберусь, вот время у меня завтра будет, и я буду это делать. Вы завтра звоните, он говорит, ты знаешь, времени еще не было. Ну хорошо, через 3 дня позвоню. Через 3 дня звоните, он говорит, ты знаешь, ездил там куда-то. Вот. Лучше бы нет сказал, правильно, в первый день? И вы бы 5 дней не переживали. Как же это он не посмотрел? У меня, коллеги, на этом все. Вот. Если больше вопросов нет, то буду собираться на живое мероприятие, которое у нас состоится уже через 50 минут. Если у вас есть москвичи, подмосквичи, да, вы можете еще успеть их направить на наше мероприятие. Вот таким вот образом. Всем здоровья, любви и денег. До встречи завтра, послезавтра, на этой неделе. Вот. И успешного вам развития бизнеса по партнерской программе, успешного нам внедрения технологии. Вот. Ну и всем здоровья, любви и денег. Спасибо за внимание. До свидания.